Мы пилили в последний момент. Всего будет песен 11 штук. Я, кстати, еще Сашка писал. Не-не-не, нормально, она не перебивает. Так вот, что там... Так, кстати, Саш, что я предлагал, потому что у нас прикинули, это где-то минут, ну, чуть больше 30 выходит, да? Поэтому вот, сейчас, конечно... Нет, сейчас я себе еще что-то принесу, потому что мне списки тут лежать неудобно, а мне надо на них смотреть будет. Что для списка? Стук. А это не тот мальчик, который мой стих прокрыть взял? Это он, да? Не тот мальчик. О. Все выглядит неэстетично. Понятно. Ты можешь познакомиться еще раз? А, поэтому... Оля, иди сюда, будем знакомить тебя. Знакомьтесь. Так, Катя, ты брал мой стих про крысу. О! О! Могу потом спеть. Хорошо. Спеть. Сейчас, тогда ладно, список пусть будет тут. Что у нас сначала? Вначале у нас идет «Черный апрель». Да, значит, что сказать по песне? Песня достаточно мрачная и очень экспериментальная. Сейчас надо спеть еще нужным голосом. Ну что, понеслась? Ты что, поехали? Новый день никогда не наступит, их всех поглотил черный апрель. Зачем, для чего, никто не узнает, и мрачным кажется светлый день. Новые люди, новые лица на смену ушедшим придут, но ушедшие уже не вернутся они. Смерть для разума лишь приключение, гибель тела еще не конец. Черный апрель бьет в самое сердце, жизнь напряженная нам делает здесь. Новые люди, новые лица на смену ушедшим придут, но ушедшие уже не вернутся они. В другом мире живут. Ну, так сказать, песня была написана, скажу, в году 10-м, после достаточно мрачных событий, которые в мире происходили. Ну, как-то так получилось, что сообщение там, то, произошло, все. Вот как-то под таким мрачным настроением оно и написалось. Кроме того, как видели, я, кстати, фактически играл брал один аккорд. Уникальная песня на одном аккорде, только по-разному играл. Почти Виктор Цой. Не, у него там сколько? Четыре? Четыре, да. Еще три аккорда тебе осталось. Да, почти так. Дальше. Следующая песня, это как раз приняли вот включение в последний момент. Сегодня отрепетировали. Мы играли ее вот в прошлое, ну, воскресенье, первый раз. И сегодня как раз вот Петя приехал пораньше, так довели ее до ума. Песня это как раз кавер на питерскую группу Плекса. Я как раз гитарист-вокалист, как раз мой друг по контакту. Как раз мы уже сколько, где-то с 8 года так общаемся. Я уже, кстати, на одну его песню кавер сделал. Так дал там текст аккорда еще одной своей экстремистской. Ну да, тоже чтобы он сделал кавер, но пока у него еще до этого дела не дошло. В общем, сыграл музыка Андрея Боткина, поет в оригинале группа Плекса. А сейчас исполняем мы. Песня называется «Альтернатива». Текст я не очень знаю, поэтому сейчас сядем поудобнее, чтобы заглядывать сюда. Хоронит день закатный год.
все знакомы. Но сжалась вновь в кулак рука. Смерть наяву, как сон без смысла. По власти бреда большинство. Но есть те, кто что-то ищет и не приемлет просто дно. Не зная, суждено ли сбыться в тупик или нет, ведет их путь. Душе своей дают раскрыться, так что порой пробита грудь. Глотают дырки черной кожей и выставляют ряд шибы. Мешать сознанию красоты. Системы шоу, карьера, статус. Не просто путы разорвать. Весь мир ползет, куда и катит. Альтернативу цель создать. Вся моя суть пробита тоже. Но если силы есть помочь, тем, кто любит ночь. Кстати, вот действительно получилось. Конечно. Ты хорошо спел, мы так сыграли. Да. Да. Это учесть, что это до этого мы ее только два раза вообще играли. Ну, если... Вот, так что вот... Потому что Петя еще помнит это самое. Не помнишь. Опять придумываешь. Вообще-то, вот, мы как столько что-то их подобрали. Буквально за полчаса того, что приходит. Следующая из моих, как я их называю, попсовых песен в Старом парке. Песня... Какая тут в плане музычки какая-то такая поп-роковая, текст вообще абсолютно попсовый. Но мы же маховая попса, поэтому мы можем, нам позволительно. Значит так, суд, народ. Ну, песню тут включили, потому что она все-таки такая вот в чем-то веселая музычка, такая положительная, и как-то она расправляет наше такое всеобщее мрачня. Ну, я вообще люблю поговорить, в общем, поехали. 3-4. Там будибудам, там будибудам, там будибудам, там будибудам, там будибудам, там будибудам, там будибудам. Когда за горизонтом спрячется солнце и светом будут дарить фонари, когда тебя я встречу, мы уйдем подальше от людей и городской суеты. В темной аллее в Старом парке мы спрячемся от любопытных глаз. Мы
не будем вспоминать о ком-то. И все вокруг забудут о нас. Пам-пам, буди-будам-пам. Буди-будам-пам, буди-будам-пам. Буди-будам-пам, буди-будам-пам. Буди-будам-пам, буди-будам-пам. Когда на улице шумом отмечают праздник, я неожиданно смотрю в глаза твои и знаю, чем заслужил такое счастье, и я утону в твоей любви. В темной аллее, в старом парке, где нет посторонних, есть только мы. Где высыпает вечерний парк у водой, где как награда поцелуй твои. Я не хочу, чтобы вечер кончался. Я не хочу, чтобы ты шла домой. Но время, увы, неумолимо. Ты мне скажешь потом, когда наступит ночь. Пам-пам, буди-будам-пам. Буди-будам-пам, буди-будам-пам. Ну а пока продолжается вечер, и нам никуда не надо спешить. Договоримся о завтрашней встрече, поклонимся друг другу вечной любви. Прикольно. Подпев пойдет. У меня только все время кажется, что я эту мелодию где-то слышал. Припев классный. А там так, это не припев в ходе перехода такого. Сейчас, о! Следующий... Мне наверное, что-то майковское такое глубоко. Есть? Да. Может быть. Я просто любитель майка, понимаешь, поэтому... Вот я тоже вот очень так слушаю. Но она клёвая. Да. Ну текст хоть не сильно попсовый. Нет. Очень симпатичный. Вот это хорошо. То, честно говоря, я всегда боюсь, что я напишу что-то попсовое такое. Я же очень майковский. Майковский? Угу. Интересно. Вот. Значит, так, следующая песня... Значит, очень такая вот с претенциозным названием, и сам по себе называется она «Исповедь подсознания». Но у меня как бывает, что если есть у меня еще более ранний поток сознания, как раз вот, ну, я говорю, просто бывает, когда я сочиняю там песню, я не знаю, как ее обозвать, я придумываю какие-то такие вот вычурные названия. Сама она тоже вот такая мрачняковая, как раз из моего сольного 6-го одноименного альбома, и вот включили репертуар «Макровые попсы». Что, поехали? Да, я не помню операции. Не важно, играешь что-нибудь. Разум, как небо, глаза, как солнце, взгляд устремлен в далекую даль. Ничто не вечно, даже лампы, звезды, счастье миг навсегда печаль. Снег растаял, но весна не наступит, прошлое камень, будущего нет. Тьма счастливые сны поглощает, как наказание наступит рассвет. Мир, тюрьма, свобода не рождалась, стремление к ней — это тяжкий грех. И темница не отпускает та, что находится в голове. Снег растаял, но весна не наступит, прошлое камень, будущего нет. Тьма счастливые сны поглощает, как наказание наступит рассвет. И ничего невозможно сделать, если боятся поступков своих. Плевать на то, что вокруг осуждают, если слушать, тогда нельзя жить. Снег растаял, но весна не наступит, прошлое камень, будущего нет.
Тьма счастливая сны поглощает, как наказание наступит рассвет. Следующая песня у нас — «Песня в пустоту». Кстати, вот в «Дивиться концерте» это будет единственная песня авторства Пети. Эх, я партии не помнил. И тексты я не помнил. Рада, снегопад. Да, начинается со снегопада. Тоже такая на экспериментале. Просидим там до утра, пока
диск солнца не поднялся. Ты спросишь, а чё не приставал? Отвечу я тебе, стеснялся. Классе, вот учись. Раз там, вот проверил это ж, на борщок, ходили слухи насчет того, что маньяк какой там убивает, ну вот там какие-то, кто-то там чуть тело обнаружил, там одно убил, второй сразу насчет маньяка слухи пошли. Вот там милиция это не подтверждала, там вроде какие-то слухи, но вот сейчас сильно запугивали. Поэтому вот эта тема вот про маньяка. Вот. Белка, ты эту тему знаешь? Нет? Ну, смутно что-то помню. Сейчас скажи, это первый раз где-то вот 95-й, а второй... На каком микрорайоне? Ну, в Мочеговке же. Ну, так у вас большая Мочеговка. Никольская. Другой части. Да, к нам маньяки. Да, локальный маньяк. Да, ну там всякие тоже ходили, вот, не знаю, один и тот же или разный. Ну, так и вообще. В общем, такая вот тема насчет маньяков. Маньяк-парад такой, да? Да. Каждый. Да. Следующая, еще одна попсовая песня, какая-то из лирики. Ну, в принципе, там она должна была, конечно, разбавляться, но... А какая сейчас? Дождь. А, да. В общем, песня, кстати, вот, как ни стал, я вдохновил не Игоря Марка, «Три товарища». По-моему, да, «Три товарища», вот. Значит... «Три танкиста». Немножечко чуть-чуть ближе к нам уже. Ну, вот сейчас... Значит, получается, как вот лирика тоже такая колыбельная. Чё, поехали? Давай, я вспоминаю свою партию. Слышишь, это дождь идёт по стёклам и по крышам, но я верю, что ты дух моего сердца услышишь. Видишь, это дождь, ты в окно закрытое смотришь. Я не знаю, чего ты хочешь, но я знаю, ты что-то ждешь. Вернулись серые тучи,
чтоб тебя легкий ветер принес. Знай, что я всегда тебя жду. Следующая песня уже красот. Тоже из моих таких вот стареньких. «Суицидная весна». Как я, Саша, рассказывал, написал после твоего квартирника текст. В принципе, идея у меня крутилась давно. У меня вот есть вот знаменитый мой рисуночек в стиле детского примитивизма. Ну, то есть, как я в 5 лет рисовал, так и сейчас рисую. Такой «Суицидная весна». А там рисунок еще там парень с девушкой, веселое солнце, ворона летает, и домик такой с крыши которого чувачки прыгают в лиц. Называется «Суицидная весна». Вот и песня на эту тему. Поется от имени чувачка, который там на рисунке сейчас с девушкой. Угу. Сейчас вот. Почему в тот день, когда мы вместе, люди как камни несогнаны тянут? Когда я захотел стать беспечным, желание исчезло неизвестно куда. Почему меня пугают мысли? Почему я счастлив, а кто-то нет? Неужели они не нашли в жизни смысла? Или их догонал окружающий бред? Суицидная весна. Суицидная весна. Вот один и другой на асфальт упали, а солнце смеется, ему хоть выхны. И в небе птицы, и все так прекрасно. Но в этот мир задумчивы мы, почему этот мир так жесток с ними? Зачем шагать вниз? Это их секрет. Неужели выход из беды не видели? И страшно было ждать новый рассвет. Но хуже всего добровольная смерть. Пусть для кого-то этот мир прекрасен, а для них мир счастья закрыта дверь. И вот мы идем, и нам как-то грустно, и мы не в силах что-то менять. И это бессилие рвет на части мне душу, как и мысль, что же ждет дальше меня. Следующая, последняя на сегодня попсовая песня «Иди ко мне». Это не кавер на Алису, но моя личная. Это как, вот я говорил, что это одна из двух, по-моему, да, моих вот лирических песен, где есть конкретная муза. Вот я на первом курсе еще написал, один раз уже произнесла башню, ну, и благодаря этому написал песню. Такая вот. Иди ко мне, иди ко мне, мой сладкий сон, иди ко мне.
знаешь, что я в тебя влюблён. Мой дом окутан тишиною, а за окном сереет мгла. Прошу тебя, побудь со мною, я не хочу, чтоб ты ушла. И нас укроет теплый ветер, и ты останешься со мной. Забудем мы про все на свете, и прилетит ночной покой. Иди ко мне, иди ко мне, ангел мой, иди ко мне. Хочу, чтоб ты была со мной. Пусть ночь идет, и мне в силах потом обратно все вернуть, и мы останемся счастливы, продолжим свой нелегкий путь. Но верю я, что вечер снова объединит наши сердца. Мой дом скуют тиши оковы, я утону в твоих глазах. Политизированных моих песен «Тоталитарные штаты Америки». Такая вот. Поскакали? Они говорят о демократии, но у самих диктатура. Они говорят о свободе слова, но у самих цензура. Они говорят о правах человека, но сами же их нарушают. Но зато во всем мире они всех получают. Тоталитарные штаты Америки, тоталитарные штаты Америки. Они там, где нефть, находят страны, их потом уничтожают, сажают во власть своих марионеток, и нефть спокойно качают. Их президент ведет себя как Гитлер, и рассуждает, как Геббельс, и отправляет солдат на гибель, чтобы получить прибыль. Тоталитарные штаты Америки, тоталитарные штаты Америки, тоталитарные штаты Америки, тоталитарные штаты Америки.
кидают себе державой. Ну что ж, убираем распаса. Независимый Техас, Республика Лакота. Это будет прекрасно. Тоталитарные штаты Америки. Тоталитарные штаты Америки. Тоталитарные штаты Америки. Тоталитарные, тоталитарные. Тоталитарные штаты Америки. Тоталитарные штаты Америки. Тоталитарные штаты Америки. Тоталитарные штаты Америки. Мне очень нравится гибель прибыль, кстати. Что? Мне очень нравится рифма гибель прибыль. Да? Гибель-гибель. Да, сейчас. И последнее, как раз в нашей концертной программе, это моя старая, там, культовая в определенных, да, очень узких кругах. Это песня «Свиньи», да, которая фигурирует в репертуаре группы «Какая-то», репертуара «Виакостный мозг». Ну, Махова Попс, конечно, как сказать, модифицированный «Виакостный мозг» в таком формате вот. Тогда вот, поехали. Я кабан, а ты свинья, нас кормят на любовь. Но почему же вы, ты и я, пока не жирные еще с тобой? А когда подрастем, попадем на мясо, на сало, что для людей? Они нашу плоть будут кушать, отрывая мясо от костей. Пока нас с тобой не закололи, пошли валяться в грязи. Наше счастье, мы еще живы, иди быстро, не тормози. Зачем нам плодить поросят? Их ждет та же судьба. Ты слышишь, как дико лежат жертвы под нашим мясником. Идем валяться в грязи, пока не пришли мясники. Не думают наши мозги, что кончились наши деньги. Пока нас с тобой не закололи, пошли валяться в грязи. Наше счастье, мы еще живы, иди быстро, не тормози. Свинарник — это наш дом, он же наша тюрьма. Нас считают скотом, но как псуи барана. Наших свинячих башка на свободе не от мысли. Будем жить дальше так до конца нашей жизни. Пока нас с тобой не закололи, пошли валяться в грязи. Наше счастье, мы еще живы, иди быстро, не тормози. Пока нас с тобой не закололи, пошли валяться в грязи. Наше счастье, мы еще живы, иди быстро, не тормози. В общем, это все, что мы хотели спеть. Так где-то полчаса примерно уложились. Да. Наши. Я еще обещал крыс спеть. Сейчас вспомню, как там. О. Можешь что-то подыграть вот. Это на альбоме, я вам скажу, на моем альбоме «Поминки по демократии» последний вот в конце. Нет? Yeah.
сбегать с крыши. Тихо-тихо, ведь крысы здесь спят. Осторожно я очень шагаю, наступить разбудить их боюсь. Бежал бы, да только не знаю, почему до сих пор остаюсь. Вот и я же, как все здесь, стараюсь разбудить крыс ужасно боюсь. И мечтая о сказочном рае, я в пределах черты остаюсь. А в конце, освещая дорогу, склоны смерти, усталый фонарь. Давно позабыли про Бога, вместо Бога здесь каждая тварь. Здесь такие, как я, ходят тихо и задеть ненароком, что крыс. Люди больше похожи на психов, обиженно уставились вниз. Вот и я жить, как все здесь стараюсь, разбудить крыс ужасно боюсь. И мечтая о сказочном рае, я в пределах черты остаюсь. Но там, за чертой, в синем небе, одинокая светит звезда. Как туда за черту сейчас, в небо, только я не решусь никогда. Здесь расстрел и чума, спит и похоть, но какие не есть. Свои по колено в дерьме, да и по локоть, здесь у каждого руки в крови. Вот и я жить, как все здесь стараюсь, разбудить крыс ужасно боюсь. И мечтая о сказочном рае, я в пределах черты остаюсь. И красивый покой охраняя, чтобы вдруг не попасть крысам в пасть. За чертой мы зовем место рая, и туда каждый хочет попасть. Боятся поднять лица к небу, оторваться боятся от крыс. Что добавить, за чертой никто не был, а здесь жизнь, это уже оглянись. Вот и я же, как все здесь стараюсь, будить крыс ужасно боюсь. Мечтая о сказочном рае, я в пределах черты остаюсь. Вот и я жить, как все здесь стараюсь, разбудить крыс ужасно боюсь. Мечтая о сказочном рае, я в пределах черты остаюсь. Анатолий одобряет? Да, сейчас бы я такого не написала. Причем, когда первый раз я просто вот прочитал его, такой вот понравился, а потом он просто как раз взял, тогда вот почитал еще раз, и, кажется, на меня снизошло просветление. Вот так 12-я песня получилась. Вот, импровизированная. Мы же, кстати, не играли. Кстати, опять, можем вообще все что угодно играть, а главное, чтобы я ритм знал. Можно играть. Универсальные музыканты. Да. Так. Что еще там спеть? О. Что? Я вот думаю, что спеть. Еще что-то спеть? Или к чаю перейдем? Давай что-то еще одно. Одно. Хорошо, 13-е будет. Число хорошее. Так вот. Еще один хайр, Саш, на тебя. Я так и знал. Да, ну... На что, на что? На что? Матравленный. Так это не на меня, это на Гумилёва. Так ты скажи все стихи. Николай Гумилёва, музыка Сашина. Ну ты ж пела, значит хайр на тебя. Круто. Второй хайр за сегодня. Thank you.
совсем снеговая, как ты странно и страшно бледна. Почему ты молчишь, подавая мне стакан молодого вина? Отвернулась печально и гибко, что я знаю, то знаю давно. Но я выпью с улыбкой. Залитое ею вино. В тот час, когда свечи потушат, и кошмары придут на посте, не кошмары, что медленно душат, я смертельный почувствую хмель. Я приду к ней, скажу, дорогая, видел я удивительный сон. Объяснилась равнина без края, совсем золотой небосклон. Зная о том, я не буду жестоким, будь счастливой, с кем хочешь живи. Я уеду далеким, далеким, я не буду печальным и злым. Из рая, прохладного рая, видны белые отсветы дня. И мне сладко, не плачь, дорогая. Знать, что ты утравила меня. Ну как сказать, в принципе, как сказать, четвертая песня, где не мои стихи. Ага. Тексты, точнее. Потому что то, что я пишу, это стихами назвать очень сложно. Вот. Ну, наверное, сейчас теперь можем уже к чаю переходить. Я становлюсь камень. Вот, а я поеду уже. Ты приедешь? С собаком. А, уже. С ними, да, вот. А кто-то что-то будет сегодня что-то играть еще? Я еще могу поиграть. Конечно. А пока ты не смотри, ты остановил, останавливай камеру. Угу. Ой, да, не надо бить гитару. Бедненькая гитарка ударилась. Так что,